114. Она думает. Она думает, что если я ей открываю дверь в машине, помогаю выйти, то обед уже готовить не нужно. Она думает, что если я делаю ей куни, то ужин – это уже вообще лишнее. Она думает, что если сделала мне минет, то я ей уже должен что-то очень дорогое и красивое. Она думает, что если мне дала, то я буду теперь счастливым до конца своих дней. Она думает, что я думаю, будто мне важно то, что она там думает. Ну, вообще, она думает, что она думает. Она думала, что все вокруг уроды и сволочи. А на самом деле у нее просто начинался ПМС. Она думала, что вырастет и станет королевой. Но так и не выросла. Увы.